там. Сейчас я пройду сначала глянуть. Очень интересно посмотреть. А потом уже останавливаю. Пожалуйста, 11 рублей. Мне такая-то конюшка нужна. Сейчас буду смотреть. Может, я потом просто улов покажу. А то тут музыка орёт. Вот эти штаны 44 рубля сегодня стоят. Себе на сумочку, наверное, я прикуплю. Сегодня такие скидки 90%. Я снимать. Мальчики захотели посмотреть. Что ж я такое смотрю? Вот эти штаны сегодня 17 рублей стоят. Ну класс же. Это я выглядывает моя. Вот с бирками. Бирками 444 рубля сегодня. Не совсем девичьи. Классные. Вот эти штаны очень понравились. Какие классные. 22 рубля сегодня они стоят. Классные. Хорошая возможность взять для рукоделия как раз вот монохромного цвета рубашка, и она будет сегодня стоить 11 рублей. Как раз для пэтчворка мне на обшивку то, что нужно. А это вот жилет я хочу себе сделать. Жилет расшить пэтчворком. Как раз вот его за основу возьму. Сейчас посмотрю по мере, если налезет, я забираю его. Все, здесь я походила знатно. Симпатично. Вот 62 рубля, пожалуйста. Даже те, у кого с деньгами совсем туго, может выглядеть очень даже хорошо и прилично. Если для рукоделия нагребла шмоток, здесь хоть можно ходить и разговаривать самому с собой. Зал большой, не так сильно бросается в глаза, что ты ходишь с собой беседуешь. Так, ну все, я все обошла, рубашки посмотрела. Все, пошла расплачусь. Взяла две рубашки для рукоделия. И штаны взяла. Покажу сумку, пошью со штанов. Для 250 это казацвет Швейцария. Специально вернулась. Не думала, что там будет помнить, как он растянуть, чтобы он стал. Джинсы, конечно, по-другому будет. Минус 20%. Как показать? Что второй день прям эта фирма меня преследует. Сейчас померяю. Очень мало. Такая какая-то домашняя. Даже если вроде нарядная, на темпе. Один из домашних. Thank you.
здесь, да, все по цветам развешено. А Стефана сумка здесь есть, тоже красная. Так, если будет что-то такое, на что обратить внимание? 1850. 1850, а сегодня 50%. Требует ремонта. 380 пополам. Какие они вышиты. Вещички. Так, текстиль девочки просят не трогать. Звать их. Девочки просят их звать. Ничего такого, чтобы я заинтересовалась. Которые были у нас. Это симпатично. Мне пока не хочется ничего покупать. Сейчас говорят, вельвет в большой моде. Не видно. Не видно. Вельвета. Штучка. Так, ну тут бюстье всякие. Всякие разные. Ну, ничего такого. Что мне достать? Пустишка. Маленький размер. Или нет, 50%. Можно будет проехать ради интереса посмотреть. Ну все, пошла домой.